что прям так на 100% был уверен, готовился, делал все, что мог. Надеялся, конечно, не опуститься ниже первого места, потому что стабильно у меня должно быть. Не могу ниже планку опускать, только выше. Но, в принципе, доволен, конечно. Победа всегда приносит удовольствие, радость. Не могу сказать, все-таки со стороны виднее. Посмотрим фотографии, сделаем выводы с тренером вместе. И уже будем от этого отталкиваться. Следующий турнир у нас будет Украина в Ивано-Франковске. И, наверное, пока в этом сезоне, скорее всего, мы на этом остановимся пока. До осени. А осенью, дай бог здоровья и вдохновления, будем готовиться на чемпионат мира. Если все будет хорошо. Конечно, на мир однозначно. Это цель номер один сейчас. Мир – это цель номер один.